Здравствуйте! Вы на канале про продукт. Как правильно солить лисички? Именно на начало осени, конец лета приходится пик сбора этих грибов. Они отличаются ярко-желтым или даже рыжим окрасом, что упрощает сбор лисичек в лесу. Характеризуются содержанием большого количества белка, питательных элементов, имеют в своем составе полисахарид, уничтожающий паразитов хиномонноза. Правильная засолка в домашних условиях позволяет сохранить красивую форму гриба, сделать его хрустящим и приятным на вкус. Подготовка. Лисички рекомендуется лучше солить, чем мариновать. В маринаде грибы теряют свои полезные свойства. Чтобы подготовить лисички к дальнейшей засолке, необходимо выполнить несколько несложных правил. Выбрать молодые цельные грибы. Тщательно убрать весь мусор, вырезать поврежденные участки, промыть, залить водой. Замочить в солено-кислой воде, на 10 граммов соли положить 2 грамма лимонной кислоты. Через 24 часа еще раз промыть под струей воды. Приготовить тару для засолки. Самый простой способ приготовления. Классический или самый простой метод приготовления наиболее распространен из-за использования минимального количества ингредиентов. Очень просто солить лисички по такому рецепту. Кипятят воду, солят ее. Опускают очищенные грибы и варят, периодически помешивая. После 20 минут варки их вынимают, опускают в сито и промывают холодной водой. В приготовленной емкости дно засыпают солью и выкладывают лисички слой за слоем ножками вверх. Все слои необходимо солить, а чеснок положить по вкусу. Сверху укладывают плоскую тарелку с прессом. Продукт должен стоять при комнатной температуре в течение месяца со дня посола. В этот период пресс и тарелка могут окислиться, поэтому нужно промывать их в горячей, слегка соленой воде. Если за 7 дней лисички не выделят собственную жидкость, можно добавить пресс. Готовый продукт убирают в холодильник или другое прохладное место. До следующего выпуска и не забывайте подписываться на наш канал.